Уважаемый Вячеслав Михайлович, дорогие коллеги, с орбиты Земли, с борта МКС, поздравляю вас и весь коллектив с 95-летием. В вашей нелегкой и ответственной работе в полной мере отразились процессы формирования российской судебной системы. Само становление развития Верховного суда неразрывно связано с историей и судьбой нашей страны. Верховный суд – вершина всего огромного здания нашего правосудия. И здесь, конечно, в конечном итоге принимаются решения о судьбах людей. Или важные решения непростых хозяйственных споров, за которыми тоже судьбы наших российских граждан. Ваша миссия в государстве чрезвычайно важна и почетна. Это большая моральная и психологическая нагрузка, которая требует знания и понимания жизни и, конечно, высокого профессионализма. Все это и есть у нашего Верховного Суда России. Не случайно этот замечательный вымпел сейчас находится на такой космической высоте, вымпел Верховного Суда Российской Федерации. Еще раз поздравляю вас всех с юбилеем и от всей души желаю коллективу Верховного Суда Российской Федерации, всем судьям и работникам судебной системы добра и благополучия, успехов в деле служения правосудию. Мои поздравления коллективу судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, который отметил 20-летие создания. Искренняя благодарность людей и торжество закона пусть будет заслуженной наградой за ваш нелегкий труд. Павлова Наталья Владимировна, судья Верховного суда. Уважаемый Антон Николаевич, договору о космосе, международному своду законов о космосе, 40 лет. Скажите, пожалуйста, а как действует закон на МКС и есть ли какие-либо ограничения по перемещению внутри МКС? Спасибо большое, Наталья Владимировна, за такой интересный вопрос. Да, действительно, закону уже более 40 лет. Но здесь, на станции, никаких границ, никаких шлагбаумов нет. Станция международная, она состоит из двух больших частей, это российского и американских сегментов. Американский сегмент в своем составе также имеет один модуль европейский «Коламбус», один модуль японский «Джем» и большой манипулятор канадского производства. Мы здесь живем одной большой семьей, мы здесь живем и работаем вместе созерцаем, делаем космические эксперименты во благо не какой-то отдельно взятой страны или космического агентства, а во благо всего человечества. И как раз Международная космическая станция является символом того, как люди, которые родились и выросли в разных странах, имеют разные вероисповедания, могут вместе работать и делать одно большое благое дело. Добрый день. Асташов Сергей Васильевич, судья Верховного суда Российской Федерации. Как вы думаете, могут ли в будущем появиться границы на Луне? В частности, по примеру Колумба, у которого в экипаже специально был нотариус для того, чтобы оформлять принадлежность испанской короне открытых островов и территорий. Спасибо. Я думаю, что границ на Луне не будет. Ну, вот около 1967 году был принят международный свод законов о космосе, который к сегодняшнему дню подписали более 120 стран. Это страны не только, которые активно участвуют в освоении космоса, то есть космические державы, но и страны, которые еще пока не имеют свои космические агентства. Но в будущем, конечно же, хотят быть наравне с другими развитыми странами. Так вот, в этом своде закона по космосе сказано, что никакой космический объект, это либо Луна или астероид, не может принадлежать отдельному государству или либо какому-то физическому лицу. Поэтому ни о каких границах речи не должно быть. И я считаю даже, что так как Луна это первый космический объект, ну не искусственный, который вначале Советским Союзом был покорен, то есть первые космические станции, спутники достигли Луны, было сделано первое снимок нашими спутниками потусторонней, невидимой стороны Луны. Как раз я думаю, что на примере Луны будут созданы новые, ну, новые законы о том, как
работать и жить людям на Луне. И в любом случае, как это принято в международном законодательстве, я думаю, что этот закон, закон о Луне, он никак не должен противоречить вот, принятому договору о космосе. То есть он, конечно же, будет какие-то иметь свои специфические законы, законодательные акты, но ни в коем случае не должен противоречить международному законодательству. Спасибо большое. Судья Верховного суда Борисова Любовь Владимировна. В 2017 году маленькая европейская страна герцогства Люксембург, представители которого никогда не бывали в космосе, создала прецедент, приняв закон о праве собственности на планеты с целью дальнейшего использования их ресурсов. Как вы, космонавт, имея за плечами юридическое образование, на это смотрите? Ну, конечно, Люксембург – это независимая страна, которая может принимать свои законы. Но еще раз хочу обратить ваше внимание, как вас и профессионалов, что внутренний закон страны не должен противоречить международным законам. Поэтому они, конечно, могут многое для себя написать, для своей страны, для своих граждан, но это, конечно же, так как противоречит главному договору, договору о космосе, серьезно не должно восприниматься во всем мире. Добрый день, судья Дзыбан Александр Андреевич. В этом году Международная космическая станция отмечает свое 20-летие работы на орбите Земля. Как исторически это произошло? В далеком 1975 году впервые было международное сотрудничество. Это стыковка двух космических кораблей, «Союза» и «Аполлона». Это был первый шаг в международном сотрудничестве между двумя государствами. После, когда летала станция «Мир» в течение 15 лет, вот уже в 90-х годах была новая программа, это «Мир Шаттл». То есть космические челноки, американские корабли «Шаттл» с экипажами прилетали сюда, в космос, на околоземную орбиту и стыковались с нашей российской, советской тогда, советской станцией «Мир». Специально были созданы стыковочные агрегаты, позволяющие различным стыковочным механизмом, я имею в виду различного типа американского и советского, выполнять стыковки. Это был первый шаг, и на основе его родилась большая, грандиозная идея по постройке международной космической станции, в которую вначале вошло всего лишь 15 стран. Сейчас это количество все время растет. Очень огромное количество космонавтов, астронавтов уже побывало здесь на станции, не только с тех стран, которые вкладывали изначально деньги, свои ресурсы в постройку станции. В этом году действительно будет уже 20 лет станции, то есть в далеком 98-м году наша российская ракета «Протон» запустила в космос первый модуль, функционально-грузовой модуль под названием «Заряд» сюда на околоземную орбиту, и с этого момента началась постройка станции. Кстати, она продолжается, и в следующем году очередной российский модуль, малый исследовательский модуль МЛМ, будет пристыкован к Международной космической станции. Но тем самым это говорит о том, что станция продолжает расти, продолжает увеличиться в размерах. Станция очень большая. Ее площадь соизмерима с площадью футбольного поля. Объем ее, как объем самого большого Боинга, размах примерно 110 на 70 метров, то есть здесь около 12-13 модулей довольно крупных. И иногда бывает, ты пролетаешь, например, от американского до российского сегмента, и если ты хочешь подключать своего члена экипажа, ты его даже можешь не увидеть, потому что, в отличие от Земли, у нас модули располагаются не только влево, вправо, вверх и вперед, но и также вниз и вверх, поэтому иногда можно его не заметить, если он работает в какой-то модуле, который не виден, когда ты пролетаешь станцию насквозь. Спасибо большое за вопрос. Судья Верховного суда Крупнов Игорь Владимирович. Скажите, пожалуйста, каким вам видится будущее космонавтики? Спасибо. Ну, что я считаю? Что будущее космонавтики должно быть светлым. Человек – это существо очень любопытное. Поэтому, какие бы ни стояли преграды, я имею в виду финансовые, либо какие-то другие трудности, человеку хочется, и он будет исследовать. Ну а самое такое интересное и еще неизведанное, это, конечно же, необъятный, и это тяжело, конечно, представить, не имеющий границ космос, наша Вселенная.
Конечно же, будут создаваться новые корабли, новые двигатели, уже более современные, на ядерном топливе, которые будут намного быстрее летать в космосе, очень быстро преодолевать первую, вторую и третью космические скорости. Третья космическая скорость позволит преодолеть солнечное притяжение и улететь в другую какую-нибудь солнечную планету. Одно из таких весомых является аргументом то, что каждый день и уже, я бы сказал, даже в геометрической прогрессии растет количество людей, то есть популяция на планете Земля. Сейчас это более 7 миллиардов человек, и буквально через 30 лет ученые предсказывают, это будет около 20 миллиардов и более. И рано или поздно Земля не сможет своими ресурсами прокормить такое количество людей. Поэтому уже сейчас задумывается о колонизации других планет, так называемых планеты, которые довольно похожи по своим условиям на планету Земля. Сейчас открыто более 1000 систем подобных, как Солнечная система, где в центре имеется светило, подобное Солнцу, вокруг него вращаются планеты. Так вот, на определенном расстоянии, как, к примеру, Солнечная система, где вращается на своей орбите планета Земля, как раз могут быть приемлемые для человека условия. Поэтому я считаю, что развитие будет, и всегда космос являлся пиком развития человечества. И надеюсь, что российский космос, как всегда, будет лидером в этом международном проекте. Единственное, хочу подчеркнуть, что для того, чтобы реализовать даже такие, ну, по нашим меркам космическим, небольшие проекты, как высадку на планету Марс, это, конечно же, одна страна, даже самая там имеющая, самая богатая, имеющая самую развитую экономику, как, например, Соединенные Штаты Америки, не сможет одна это сделать. Это очень дорогие проекты, поэтому мы уверены, что это будет такой же международный проект, который также будет подчиняться международным законам о космосе. Спасибо. Михалева Наталья Владимировна, заместитель начальника управления Верховного суда. Антон Николаевич, скажите, пожалуйста, а какое место на Земле из космоса, с вашей точки зрения, выглядит самым-самым красивым? Спасибо. Часто спрашивают нас, космонавтов, вот любимое место для вас на Земле. Земля большая, она очень красивая, она действительно голубая, ну, так как более 70% покрыта голубым прекрасным океаном, но каких бы мест и как долго бы ни смотрели, ни делали фотографии, всегда самое лучшее для космонавта место — это место, где он родился и вырос. Для меня это Севастополь, это Балаклава. Каждый раз, пролетая над Крымом, я отрываю свой взгляд или уделяю там пару минут для того, чтобы хотя бы просто посмотреть на свою родину. А если есть возможность, конечно, сделать фотографии, видео и тут же выложить их в соцсети, чтобы дать людям на всей планете Земля увидеть, какие у нас прекрасные места нашей родины. Ну, конечно, не забывай и о других мест на нашей планете, в частности, в России. Тем более Россия — это самая большая страна на планете Земля. И вот отсюда, из космоса, я подтверждаю, это очень хорошо видно, когда мы пролетаем, около 10 минут мы летим со скоростью 8 км в секунду на нашей необъятной родине России. Спасибо. Сеанс связи заканчивается. Уважаемый Антон Николаевич, я задам вам, наверное, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, удается ли вам длительное время, находясь на околоземной орбите, связаться с родными, близкими, друзьями, поговорить с ними? Спасибо, Вячеслав Михайлович, спасибо огромное за такой родной вопрос. Конечно же, когда нас спрашивают, чего нам больше всего не хватает здесь, в космосе, больше всего нам не хватает общения с нашими родными и близкими. Хотя, так как мы находимся в космосе, и здесь находятся самые передовые технологии, у нас есть возможность, например, позвонить домой. У каждого есть свой личный спутниковый телефон. При этом достаточно знать просто номер телефона и иметь свободное время. Все звонки бесплатно. Ты можешь звонить сколько хочешь. У нас есть интернет, поэтому мы можем получать и отправлять почту. Поэтому у нас есть и фото, и видео от наших, ну, родных и близких, и просто хороших людей.
По выходным у нас есть видеоконференции, вот примеры, как у нас сейчас есть, где мы можем пообщаться, где в прямом эфире можно посмотреть у себя дома, что творится. Это на обычном планшете, семья общается с космонавтами, можно посмотреть, что дома творится, как твои любимые животные, твоя собака, дети, естественно, что творится за окном, какая погода. То есть, в принципе, мы не оторваны от мира, всегда есть возможность пообщаться с родными и близкими. Но вот именно общение близкого, вот этого нам не хватает. И если бы была у нас возможность на выходные, ну, хотя бы раз в месяц или два месяца слетать на Землю, вернуться обратно, то я бы мог летать годами и здесь жить и работать. Здесь довольно интересная и прекрасная работа. Спасибо. Спасибо, Антон Николаевич. Все было интересно и очень познавательно. Зная опасности и риски вашей профессии, мы желаем вам плодотворной работы и успешного возвращения на Землю. Спасибо, спасибо огромное. До новых встреч. Спасибо.